Все экспонаты, которые хранятся в фондах музея-заповедника «Родина Ленина», отмечены клеймом. Клеймо – это был не только знак производителя, но и гарантия качества и подлинности продукции. Большая часть фарфоровой и фаянсовой посуды фонда музея произведена на фабрике Матвея Сидоровича Кузнецова. Его называли «фарфоровым королем России». В 1889 году он основал на территории России товарищество производств фарфоровых и фаянсовых изделий Кузнецова. В него входили такие крупные предприятия, как Дулевская и Рижская фабрики Кузнецовых и еще ряд производств. В коллекции музея большинство кузнецовского фарфора отмечено синей печатной маркой с обозначением ДФ. Это продукция Дмитровской фабрики. На одной фарфоровой чайной паре представлено зеленое клеймо Рижской фабрики. Есть также марка черного цвета Рыбинского завода. На выставке можно увидеть и единственный экземпляр посуды с вдавленным в тесто клеймом. Общее у них то, что на всех марках присутствует двуглавый орел и слово «товарищество» в разных вариантах написания. Право использовать символ государства двуглавого орла Кузнецов получил в качестве признания от императорского двора. Как лучший в своей отрасли он имел звание поставщик двора его императорского величества. Сегодня фарфоровое дело Кузнецова живет на Дулевской фабрике.